Добрый день. Сегодня в Нюрбе вообще тепло стало, и мы едем с моим другом на очень интересное мероприятие. Прошу любить и жаловать, мой друг из Кении. Здорово, Лорен Товаростар. Уру я ехал, еще кое-что такое, не знаю, да, что сказать. Это Максим, мой одноклассник. Уже, как говорится, уже себя гостем чувствую. Я здесь родился и вырос, очень давно закончил школу. Вот, живу в Якутске, и, ну, по миру мотаюсь, короче, везде. И вот приехал сегодня в Нюрбу, вот, и смотрю, удивляюсь. Какой тот самый, такой, занимался единоборствами, занимался журналистикой, фотографией, музыкой. И у него есть канал на YouTube. Я ссылочку дам. Он там на хамусе играет, увидите. Ну, поехали на мероприятие, посмотрим, что это такое. Едем по речке, и впереди... Здрасте вам! А это что за чудо? Пони. Это пони? Еще и единорог. Давай дальше пошли. Так меня снимать. Хочешь покататься? Не, я что-то это. Смотри, а сейчас. Я на где? Вот бедная женщина. Кто-то вверх ногами. Привет. Привет. Иностранцам. Булат, булат, дердем канна барый, эн мейдэнгин публикацияларым көрүйте агыятыларды. Булат, булат, берт боламын, инстаграмга хартыскаларым, итенне видеоларым лайк репост бога болалары. Bulut bulut, bet bolar gül, doğa taş kaya, eygin mehediri. O çatıgar, taş kaya, bert bolanı, bert bolar bolanı. Taş kaya, berdim kanına baray. Taş kaya, o çoğu doğa, sireyim. Привет, коллеги! Что, будем снимать? Да. Снимать будем. С праздником! Кто там внутри-то? А? Конечно! Влад, ты в роли кого? Кого вообще можно узнать? Давай, Лен, что это такое вообще? Что за действие для подписчиков? Рассказывай. Якутская сказка. Про Тал-Тал, бабушку. Как? Про бабушку Тал-Тал. Ага, и что там в итоге? В итоге, что человек сильнее всех. А, да. Понял. Все, ладно, я пошел. Давайте. Скорее вы там они делают.
Приветствую. Макс, ныряй вон в яму во льду. Макс, ты не замерз? Не-не-не, а? Нормально. Ты свернул с краской. Мероприятие. Так, и Лёш, сколько это все дело стоит? Это все бесплатно. О, красота какая. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда тут такой замечательный единорог появился? С радужной страны. Да. Да. Пинки Па его зовут. Какой? Волшебный интересный единорог. Понятно. Держимся за крылья, мам. Пошли. Поехали. Подходите. Здравствуйте. О, красота. Привет, Нирвинсан. Макс, ты ночью чернее, ты в курсе, нет? Я специально не улыбаюсь, чтобы тебя не засветить. А, ну, объектив. Объектив. Маша и медведь. Какой-то там пони. Горилла большая. Ледниковый период. И это все посреди Вилюя. Представляете? А тут неожиданно Мур сидит. Чай пьет. Да. Печка теплая. О, в натуре тепло так. Горячая она, блин. Ах, класс. Макс. Капюшон надень, быстро. Над печкой, над печкой. Яна, а по морозу сколько сейчас приблизительно? Ну, около 30, наверное. Тридцаточка? Максим Самбович? По моим ощущениям, где-то минус 62. Ничего не вижу.
Да, что-то... Я человек южный. Что-то у нас, ага... Мороз начался какой-то странный. Между нами 30 градусов. Давайте зайдем на огонек. Там дискотека. О, пошли. Макс, Макс, вперед. Тепло. Садись вот здесь и смотри на огонек, да? Красота. А здесь тепло. С минус 60, это плюс 10. Юрта хитро? А, типа мы в юрте, это хитро. Ну, внутри хита ролового. Макс скоро мочит, как всегда. Минус 60. Все, пошли, пошли, пошли. Оп! Сразу? Ух, такой бодрячок. Пошли на котов? Да, пойдем. Как вам минус 60 котов? Обалденно. Особенно еще обалденно, когда ребенок отбегает. Макс, Макс. Несколько раз так было. Макс, есть предложение Яну раскрутить на этой штуке. Давай тебя раскрутим. Да я тяжелый. Лед треснет там. И самки разъедутся. Вон те дырочки вы видите, это, кстати, прожженная, это камера сгорания была. Вот это. Давай. Лабиринт Минотавра. Направо или налево? Я направо. Вот смотри, там внутри какие-то снежинки крутятся. А как мне интересно, здесь сразу выход. Чтобы не потерялись. Вау, какая-то штучка. Давай, давай, вылези, вылези. Инопланетянин был. Там же написано. Яна, там написано, детей без присмотра не оставлять. Еле выползло, да? Просто не знаю, как ее вылазить. Не, я предлагаю вот туда пойти, к этим, к светящимся фигурам. Вот у нас осетер. Вот ворона, это Байнай. А это у нас горностай, по-моему, да? Да. Или соболь. Ну, круто. Волк. А вот это вот лось. Вообще мощный парень. Это вот. Вот, это Валера. Здравствуйте. Это Валера, директор стадиона этого всего. Валер, слушай, замечательная мысль такую зимнюю сказку сделать. Представляешь, это нюрба, сколько от этого мороза, уставшая уже, сейчас вышла гулять. Слушай, кто это все дело организовал, кроме тебя? Помогли вот администрация МО города Нюрба. Ага. И основной спонсор ООО «Мострой». А слушай, подготовка горок и всего сколько заняла? Это 2 месяца. 2 месяца, вот. Чтобы 1.5 месяца детям покататься? Вот с января уже начали. Ну, отлично. Работа. Что, давай сейчас гриль посмотрим, как ваши готовят. Давайте. Жеребятину сразу раскупили, да? Ну да, жеребятину сразу, там этот... Как его, говядина и свинина. Осталось, да. Да, жеребятина, Валер, тут самое вкусное, да, у нас? Поэтому жеребятиной сразу расправились. Жеребятину сырым можно поесть. Ну да, да, да. Это, наверное. Сколько порция готовится? 10 минут. 10 минут? О, как аппетитно, это просто что-то с чем-то. Девчонки, спасибо. Вот такие дела, ребята. До скорых встреч, увидимся.